В ефірі проект «Супермама». Тут четверо дуже різних матусь щотижня змагаються за звання найкращої. Я тебе люблю. Знайомтеся з новою четвіркою. Молода, амбітна тренерка Ілона. У мене успішний бізнес. Мені вистачило на машину моєї мечти. Яка завалює свого сина дорогими іграшками. Ми вибали. Ну, кого можу сказати? Мама дві ж Люда. Я ніколи не сиджу на місці. Заходжу собі різні курси, марафони. Яка постійно робить цікавинки для дітей власноруч. Без кучі грошей я можу своїх діток класно розвивати. Мама вогонь Таня. Я дівчинка феєрія, можу зажигати. Яка оточила свого синочка теплом і турботою. Він у мене дуже ніжний, ранимий мальчик. У нас з ним любов любовна. Та спартанська мама Іра. У дітей має бути жорсткий авторитет. Яка виховує синів без зайвих сантиментів. Я ніколи не сюсюкаюся, ми не часто обнімаємося. Матусі вже оцінили спартанське виховання Іри. Я тебе зараз привіжу в батареї, іди сюди. Та як воно вплинуло на її синів? І він боїться навіть слова сказати, бо може це мамі не сподобається. А вдома у Люди з'ясувалося, який насправді в неї двіж. Ти не можеш жити так, як ти хочеш. Я просто хочу бути класною мамою, поки діти маленькі. Не обманюй сама себе. Також матусі дізналися, чим живить своє полум'я мама вогонь Таня. І вино, і ром, коньяк, водка. Я і родилась от з любов'ю к алкоголю. Коли вона вип'є много, отак от ще. Я хочу збавитися від цієї привички, але я не розумію, як це зробити. Сьогодні день фіналу, коли матусі дізнаються ім'я переможниці та почують про себе багато нового. Люда, ти серйозно? Ти не шутиш? За що ставити бали? Я в шокі. Це як плівок в спину. Але перед розбором польотів перевірку на міцність пройде остання з матусь – молода й амбітна Ілона. Всем привет, меня зовут Илона, мне 24 года. Я блогер в Instagram с аудиторией 300 тысяч, а также тренер по кроссфит, фитнес-стретчинг. Всем привет, сегодня мы с вами разберем два упражнения – приседание и выпад. Я сама похудела на 30 килограмм за 4 месяца по своей авторской методике. Поехали! 3 месяца назад я ушла от мужа, и сейчас начинаю все с самого начала. Всем всегда очень интересно, сколько же я зарабатываю. Мне хватило на машину моей мечты. Я мама 3-летнего сына. Его зовут Ренатик. Я тебя люблю. Из-за того, что я работаю, у нас есть няня. Я не строгая мама. У нас вседозволенность. Ну все, ты попал. Відгузки Джой. Спокійні ночі, активні дні. Я його зацілую просто. Ну, по-другому ніяк. Я його балую, я покупаю йому багато ігрушок. Я можу собі це дозволити. Давай драться. Давай. Я супермама, тому що в 24 роки у мене успішний бізнес, у мене прекрасний ребенок. І я роблю все для того, щоб у моєго ребенка було прекрасне, щасливе дитинство. Ілона мешкає в новенькому столичному ЖК. І Таня з Людою вже шукають її під'їзд серед численних корпусів. Мабуть, буде класний ремонт і класна квартира, тому що це житловий комплекс, новий район, усі панти. Привіт! Привіт! Проходіть! Все новесеньке, а не так, як у мене перша частина минулого століття. Як у тебе світло? Квартира небольша, але дуже акуратненько. А що тут робить героїня із фільму «Форсаж»? Я навіть не дивилася цей фільм. Це ти? Мені просто дуже подобається ця фотографія. Похоже? Картина преувеличена. Форми у неї немного інші. Це мега красиво, просто дуже сексуально. Вот посмотрите, какая классная. Це трішки виглядає як самолюбивання. Для мене це як вот, ну, мой ідеал. Це я, вот та, которая я могу быть. Поэтому, Ілона, закривай рот, закривай холодильник і йди тренируйся.
На цьому фото не Ілона, а якась її уявна ідеальна версія. Подібні фото, особливо на видному місці, можуть свідчити про низьку самооцінку власниці, яку їй потрібно постійно підтримувати. В прошлом году я выиграла конкурс красоты. Я была единственная мама. Все были девочки, молоденькие студентки. Да ладно? То есть у тебя и корона имеется? Да, есть. Я не верю, что Илона победила в конкурсе красоты самостоятельно, потому что я не понаслышке знаю, как проводятся эти конкурсы красоты. Первые места всегда проплачены. Нельзя одевать чужую корону без разрешения. Можно? Можно. Люда в короне – это просто и смех, и грех. Ну куда ты ее нацепила? Ты себя видела? Максимум, что тебя ждет – это принцесса Фиона из Шрека. Я тоже, когда в садочку ходила, я выиграла место в зрительских симпатий. У меня тоже была корона гарна. Хотя она была с фольги, но все одно корона. А я тут увидела та сама фотка и тут так само. То есть ты еще и в календариках. Да, после этого конкурса красоты меня пригласили на съемку календаря для журнала XXL. Это была очень крутая съемка со знаменитостями. Для меня это было вау, прикольно. Чоловіки купують такі всі журнали з полуоголеними дівчатами. Не для того, щоб просто посидіти, попити чайочок. Вони думають, а піду я, мабуть, уєдінюся з цим журнальчиком. І що? Когда люди нечего показать, понятное дело, что она смотрит и начинает разные сочинять истории. Я не хотела бы, чтобы вот я так красувалася. Календарь, ладно, можно сховать, но картина висить, и твой сын каждый день дивится на полуоголену маму. Когда мама гарна, это одно, а когда мама прям попа, грудь, вот это вот все, too much. Я же не снимаю трусы, не хожу перед ним, или там сиськи. Так он бачит каждый день. А что тут такого? А что лучше смотреть, когда твоя мама огромная, как гора, жирная, жрет все подряд? Ну, извините меня. Далі Ілона веде матусь на кухню. Може, за чаюванням вони швидше знайдуть спільну мову? Да, у меня, я за правильное питание, у меня только хорошие продукты, поэтому я вам сейчас покажу наполнение своего холодильника. Так, девчонки, угощайтесь чайком. Спасибо. Спасибо большое. Моя семья вся питается правильным питанием. У меня и няня также питается, я уже ее приучила тоже. Кто готовит, няня или ты сама? Мы готовим с няней по очереди. Если у меня есть время, я готовлю. Если нет, она готовит. Давай перейдем к холодильничку. Давай. Хочу сразу предупредить, вино – это для гостей. В нашем рационе не найдете ничего плохого, вредного. То есть тут от нас овощи, а тут фрукты. Да, это основа рациона. Так, икра. Часто їсиш? Да, вона полезна. Хорошо жити не запретиш. Я їм тільки на Новий рік, а вона кожен день купляє. Ну таке. Не можна економити на продуктах, тому що це наше здоров'я. Хороші продукти дешево не стоять. Сосиски? Сосиски! Да-да-да. Сосисони, неправильна їда. Це теж хороша фірма, да. І іноді сама буває їм, і ребенку даю. Ну що тут такого супер ПП? Мій холодильник нічим не гірший. Хто їсть колбасу? Діти. Маму хочемо колбаски, на. Колбаса явно ніяк не зв'язана з правильним питанням. Ну, у мене колбаса, у неї сосиска. Ну, подумаєш, то велике, то маленьке. Состав шикарний, поэтому такі сосиски дітям можна. Ну, поддерживаю. Да, так що, значить, шикарний состав. Максимально хороший, який може бути в сосисках. Меланж яєчний, то що? Это белок в порошке. Нитрит натрию, уже химия. Что это такое? А вот такие сосиски, вот это прям дуже ПП, а вот у меня колбаса была прям дуже погана. Або Таня с Илоной сговорилися, або я не знаю. Я в шоке с количества медикаментов. Больше всего меня удивляет то, что оно все хранится на нижней полке. У тебя малыш, я так понимаю, пока еще не дотягивается до холодильника, а когда подрастет, ну как бы это все можно выпить и глотнуть. Он, во-первых, не открывает холодильник, во-вторых, он умный мальчик, он никогда этого не сделает. Я с ним всегда разговариваю, что это нельзя, это таблетки, может быть отравление, тебе может быть плохо, и он никогда сам не возьмет таблетки. Але це дитина, і ти ніколи не знаєш, що в неї в голові. Краще подумати наперед, ніж тоді казати ой-ой-ой. Я би перемістила полочки містами. Це що таке? У неї дуже багато седативних препаратів.
антидепрессантов, успокоительных. Это препараты для восстановления моей нервной системы. Бывают панические атаки. Это когда стресс такой, что просто он пытается находить выходы разные. У меня это, например, души. Знаешь, как будто тебя кто-то берет и душит. А это реально ужасно. И без успокоительного это не проходит. Даже транквилизатор прописывали. Ёлки-палки, ну всі мами нервуються, ну не треба прям так кидатися в таблетки. Ми всі дівчонки бахнули 50 грам вина. Стрес весь як рукою зняло. Панічні атаки, як і будь-який важкий психічний стан, це серйозна хвороба. Вони точно не зникнуть після винця, як радить Тетяна. А навпаки, можуть лише посилитись. Людина у такому стані вкрай вразлива, тому варто не знецінювати її проблеми, а допомогти звернутися до лікаря. У мене було прединсультне стан. О, Господи. Откапалась 2 тижні, тепер сижу на таблетках. Із-за цього я вже 3 місяці без спорту, мені не можна нагружати організм. Моє предположення, що вона має психічні розстройства, або собака зарита глубже. Ну все, я більше не буду говорити на цю тему. Я і так сказала слишком то. Яку жахливу правду я превращалась реально в монстра. Приховує Ілона. Я смотрю на руки, і вот так. Это такое больное. Дуже скоро матусі з'ясують усе. Ти при першій зустрічі сказала, що ти похудела на 30 кілограм. Можеш нам продемонструвати? Ну, наприклад, вот. Нормально так. Ти тут трошки більше, ніж навіть я зараз. Сколько килограмм? Максимально 87-88. Серьезно? А до беременности я весила, ну, 60-58. Я всю жизнь держала себя в форме. С 4 лет я занималась спортом, я мастер спорта по спортивной гимнастике. А у нас был свой зал кроссфита. Я до 5 месяца беременности тренировалась сама, тренировала людей. А вот потом в меня как вселился какой-то черт, я просто ела все, что видела. Я просила мужа привезти мне 2 пачки сосисок, вот таких. И я их просто за один вечер под какой-то сериал ела. Ну и я растянула себе желудок. Я не думаю, что нормальный, адекватный человек запустит себя до такого состояния. Все это меня наталкивало на мысли, что у нее есть очень серьезные психические расстройства. Надмірний апетит справді може бути симптомом психічного розладу. Людина втамовує тривогу їжею. Недостатньо просто обмежити споживання їжі. В першу чергу потрібно знайти джерело стресу і подолати його. Як ти похудела? В один прекрасний вечір почався розмова з мужем. Він мене отак посадив, говорить: "Давай-ка ти бери себе в руки, успокойся". Я ночь поплакала, потім создала собі страничку в Instagram і почала викладати все, що я роблю. Ну, такий от колобочок була. В первом марафоне, я помню, у меня было 12 человек. Это были там девочки, которые у меня раньше тренировались. Они с тобой были за компанию, пока вы вместе скидывали вес. Да. Кто, смотря на толстого человека, скажет: я начну и буду худеть с тобой? Я потеряла 30 килограмм за 4 своих марафона. А марафон каждый месяц новый. И девочки, которые со мной шли, они тоже, естественно, сбрасывали. И пошло сарафанное радио. Где-то на 5-м марафоне у меня было уже около 200 человек. Тайфун. Контроль ваги и с задоволением. И муж увидел потенциал в этом и вложил туда очень много своих денег. И у нас стал огромный семейный бизнес. Офис в центре города, колл-центр свой огромный. Так а в чем же твоя авторская методика? Чем она отличается от других систем похудения? Я ввела в марафоны табаты. Табата – это такая система тренировок, работа на время. За 15 минут можно потренироваться так, как будто ты 2 часа в зале отпахал. Я решила наглядно показать, как это реально круто. Включаю табата-таймер. Первые 20 секунд я делаю приседания. Я приседаю 20 секунд с максимальной интенсивностью. Я, в принципі, спортивна людина. У мене 12 років танцювального досвіду, народний український колектив. Попу назад більше. Потім йде свисток, це 10 секунд на те, щоб віддихатися, приготуватися до наступного упражнення. Люда, супермама, зараз поки. Далі 20 секунд, ти біг на місці. Ну, я буду тримати грудь. Я відчула, да, що от інтенсивність є, і в мене ножки болять.
потом опять 10 секунд передышки, потом снова 20 секунд мы приседаем. И то есть вот так два упражнения поочередно 4 минуты. Табата – это не настолько уж авторская методика, насколько она ее оглашает. Открываешь интернет, все это сплошь и рядом. Быстрей! Быстрей! Присоединяйся! Я, если сейчас сделаю такое упражнение твоей табаты, давление скаханет, и ничем у меня не откачаете. Гипертоником таким заниматься нельзя. Все эти интенсивы проводятся онлайн. Илона не проконтролирует, насколько тебе стало плохо. И 15 минут попрыгав, ты можешь сесть с давлением, или тебя увезут на скорой. Если бы я хотела пойти похудеть, я бы пошла пахать в зал. Я высококвалифицированный тренер. За одну тренировку со мной давали 900 гривен. Здесь же целый марафон стоит 600 гривен. Ну, я бы тоже так сделала. Чему не? Ну, мне все понятно. Большинство женщин все-таки за такой марафон, потому что стоимость интересная. У меня по 1500 человек каждый марафон, каждый месяц. Я 3 года без отпуска, да. Сколько же зарабатывает Илона? Если средняя стоимость марафона 600 гривен, все мы математику изучали, посчитать мы можем. 3 месяца назад я ушла от мужа и оставила ему все. То-то офиса нема и все. Да, у меня еще была линия спортивной одежды, которую я разрабатывала, я тоже ее отдала мужу. Мы с мужем изначально поделили обязанности, что я занимаюсь творчеством, контентом, съемками тренировок, участницами, а он берет на себя офис и все финансовые вопросы. Все патенты он оформил на себя. Я не стала ничего делить, оставила все ему и ушла. Я сейчас начала новый проект с самого начала. И у меня 600 человек уже есть. Я как раз наняла няню, потому что я разрывалась. Мне 24 года, и я нереально амбициозная. Я не буду сидеть в декрете. Я мать, я, конечно же, уделяю время ребенку, он это чувствует, он знает, что я его люблю, но я еще работаю. Пускай профессионал няня занимается его развитием. Это же не значит, что я плохая мать. Мне садочек не ходить? Нет, ну как бы ему уже пора, но я не хочу няню отпускать, просто не хочу. Коли мами віддають своїх дітей на попечення няням, то вони пускають дітей. Я вам віддала все, ручки убрані. Ну, для мене це просто в голову не вкладається. А тим часом Ілонин трирічний син якраз прокинувся. Привіт! Як тебе Привет, звати? Привіт, красавчик! Мальчик у нього потрясаючий, очень-очень смішний, очень забавний. А твою няню як звати? Оля. Няня очень настороженно сидела. Видно было, что подготовилась. Как маму зовут? Илона Чернобай. Я? Илона Чернобай. А кем же твоя мама работает? Кем же твоя мама работает? Тренером и блогером. А что он сказал? Я не зрозуміла жодного слова. Дитина в 3,5 роки має чітко вимовляти звуки, букви, слова, речення. Деякі звуки, особливо шиплячі та «р», у нормі можуть формуватися до 5 років. Дуже важливо, щоб після 3 років дитина могла б вести діалог та формулювати прості речення, наприклад, із 3-4 слів. Усе це Ренат чудово вміє робити. А хочеш в садик? Хочу. Оль, скажите, пожалуйста, какая у вас система воспитания детей? Я считаю, что у ребенка должно быть полноценное детство. Мы занимаемся с ним только по желанию. Все у нас в игре. В домашнем режиме мы детей немножко жалеем. И вот игровая форма, хочешь, хочешь, не хочешь, не хочешь, в садике надо. Потому что потом в школе треба, сів, и никуда рыпатись не можно. Обязательно перед школой, в старшую группу, нужно сдать ребенка. Социализация, никто ее не отменял. Після 3 років у дитини з'являється потреба у спілкуванні з однолітками. У цей час варто віддати малечу у садок або на гуртки. Чи принаймні забезпечити спілкування з постійним колом друзів, аби шкільна адаптація пройшла максимально комфортно для дитини. Якісь додаткові гуртки ви плануєте? Ми ходили на футбол до карантину, ще на англійський. І все. А что еще? Что еще в таком возрасте нужно? Ну, достаточно. Знаю, вот, может, там какая-то робототехника для маленьких детей. Там, ну, не, я планирую, конечно, где-то, ну, меня с 4 отдали на гимнастику, я думаю, это еще рановато, но где-то лет там с 5 на какие-то единоборства. Я очень хочу, чтобы у моего ребенка было детство, и я его не загружаю различными курсами. Илона, ты казалось, что он на английский ходит. Я понимаю, что навряд ли он знает так само, как мои дитки. Нагадаємо, діти-люди вчать англійську з пелюшок. Я їх виховую білінгвами. А він каже, де закітися? А можна попитати пару слів? Попробуй.
Як буде киця англійською мовою? А собачка? Для ребенка Люда – незнакомый человек. Он не будет как солдат сидеть, как на уроке, и ей все отвечать. Илона не занимается развитком дитини так, как я. Она заняла очень выгодную позицию. Хай дитини занимаются профессионалы, а я буду просто красивой мамой. Кабачок! У меня к тебе есть задание важное. Какая? Ты же у меня крутой мальчик. А ну-ка, давай, посчитай до 10 на английском. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ей! Браво! Что и требовалось доказать, меня мой ребенок послушал и все прекрасно посчитал. Илон, я бачу, что у тебя тут игрушек прям дуже мало. Гараж и раз, два и все. Де все игрушки? Вот здесь. Ага, о, вот у вас тут целый это склад. Это первый ящик, вот здесь второй такой же. Тут так много игрушек, я понимаю, что у него очень разбегается, он не знает, чем играться. Раз в неделю точно у нас новая хорошая игрушка. Коли у дітей забагато іграшок, вони якби перестають трошки цінувати те, що мама з папою купують. Я согласна, що ми вибалуємо з папою, ну, ну кого ми відказати. Якщо ти накупляєш дитині багато іграшок, це не признак любові. Якщо ти любиш, обніми, поцілуй і проведи з ним більше часу, а не відкупайся іграшками. Так, дівчонки, у нас режим, поэтому ребенку с няней нужно идти на улице. Понятно, хорошо. Ренатик, ну нам было приятно познакомиться. Пусть лучше Ренатик пойдет на улицу побегает, погуляет подальше от допроса Люды. Вообще, знаете, почему я такая мама? Я все разрешаю, я его балую. Потому что я хочу, чтобы у него было все, чего не было у меня. У меня в 6 лет от нас ушел папа. Выгнал нас с квартиры. Мы сначала по родственникам тынялись, потом жили в маленькой комнатушке в общежитии. Коли я была маленькая, мои тоже батьки жили в гуртожитку. Трагедии я в этом не бачу. Был момент в общежитии, когда мы жили, я ночью встаю в туалет, включаю свет, и весь пол засеян тараканами. Мы дома купались в тазике. Раз в неделю мы ездили к родственникам нормально купаться в ванны. И меня мама одна тянула. Она старалась, она на двух работах работала. Она меня отдала в самую лучшую гимназию. Еле вытягивала там платить это все, но я там училась. Я помню, как она купила домой какую-то банку сгущенки. Я эту банку сгущенки просто выпивала почти за день. Её мама ругала, ну Илона, ну хоть на немножко растяни, а для меня это был деликатес. Я всегда маме говорила, что я сделаю все, чтобы мы так не жили. Мы вылезем отсюда. Я правда собой горжусь, что я смогла. Это такое больное. Изначально, увидев Илону, я считала, что она обычная инстателка, но узнав ее получше, я поняла, что девчонка сильна и стремится изменить свою жизнь к лучшему. Я прям ее зауважала. Молодец. Насколько вот ты принимаешь участие в выховании? Я весь вечер всегда провожу с ним. У нас каждые 5 минут целовашки, обнимашки, побежал дальше. Ну, насколько ты вважаешь, чи от можуть дійсно гроші там замінити твой якісний час, проведений с дітьми? Деньги – это качество нашей жизни. И для меня это важно. Я буду пахать и дальше, но буду жить в комфорте. И у меня будет все, что я захочу, и все, что мой ребенок захочет. Ну, вибачте мене, лошадь або бики на полі мають пахати, но не женщина. Ти ж женщина, ти ж не на шахті робота. Вона сильно вдається в бізнес і в паханні, а інші сфери не то, що провисають, а прям десь там знизу валяються. Якщо мама почувається нещасною у ролі домогосподарки, краще знайти няню і йти на роботу. Дитині важливо бачити маму не постійно, а щасливою. Цілий день немає Іри. У кого є номер? У мене є. Дзвони. Я її прям чекала, тому що тут у мене коаліція Таня і Ілона, а я тут сама. Що сталося? Може бути, не дай Бог, щось з дитином, звісно, але... Ірочка, привіт, це Ілона. Привіт, Ілона. А ти будеш сьогодні? Ні, мені сьогодні не буде. Ну, в смысле? Это некрасиво. Он сегодня утром начал хрипеть. У него начались судороги, пошла пена. И сейчас он лежит под капельницей. Ну, короче, прогнозы такие себе. Я бы очень хотела приехать, но, девчонки, возможно, это последний день моей собаки. Я розумію. У мене теж тварини дома. Дуже сподіваюся, що там все нормально закінчиться, і ми її вже побачимо. Ми, в принципі, розуміємо, собака – це як ребеночок. Тримайся, Ірусь. Пока. Ну, так, конечно, некрасиво, но...
Ну, собака – это собака. Нужно иметь уважение хоть какое-то. Если ты уже подписался на проект «Супермама», то ты хотя бы приедь на пару часов, скажи: «Девчонки, извините, не могу уделить вам время». Это жесткое неуважение к участницам. Як буде відкуповуватися Іра, аби задобрити суперниць? Я поставила всім десятки. А откуда така щедрость? Чого ти нулі не поставила? Іра, в принципі, не при ділах. Та чим це все обернеться? Супермамою, на жаль, стаєте ви. Дізнаємося дуже скоро. А поки вечеряти матусям доведеться втрьох. Цілу ніч стояла біля плити, куховарила, прямо от видно. Я вмію готувати, але я вирішила, що во всій цій суеті це буде неуместно. Тому я вирішила заказати кейтеринг. Вам не подобається? Дома має бути домашня їжа. Може, вона не хотіла нам показувати, як вона правильно готує? Може, вона не смачно готує? На одній з коробок був наклеєн чек. В общем, эта бутербродная нарезка стоила 2900. За такие деньги можно было подсуетиться и заказать более достойной еды, чтобы мы как минимум все наелись. Стол за 2900. Люда месяц бы на эти деньги жила, понимаешь? Почему нет? Я могу себе это позволить. Ты часто так и замовляешь? Нет, очень редко. А мужа ты готовила? Готовила, но... Я не была в браке. А, то есть это был громадянский шлюб? Да. И то и было окей так в громадянском шлюбе? Зачем? Ну, что это меняет? Ты лукавишь. Да, возможно. Ты лукавишь. Возможно, да, возможно, я хотела, но не позволял его социальный статус быть нам семьей с печатью. А что значит социальный статус? Тобто, ну, він був якимось, я не знаю, бандитом. Можно трішки детальнее, якщо можно. Ну, ты близка, но все, мы это закроем. Я не буду на камеру говорить. Я сказала то, что я смогла сказать. Я думаю, что если бы она сказала правду, возможно, это имело бы последствия для нее. Мы начали встречаться 5 лет назад. Мне было 19 лет. Ну что у меня было в голове? Тусовочки, модельная, ля-ля-ля, просто. Ну, а тут появился мужчина, который на 9 лет, он у меня старше. Он меня полностью всем обеспечил, взял все мои проблемы на себя, вообще класс. Для меня тогда это было то, что надо. Он мне заменил отца. Так чого ж раз-два і все розвалилося? Ти знаєш, що таке моральне насилля? Ну, чула. Тобто він повністю контролював всі твої сфери життя? Він просто такий чоловік дуже власний. Тобто його слову не можна просто поперек становитися, він завжди прав. Мені знайомо, що таке, коли є його мнення і тільки його. Ти егоїст. Він тебе взяв молодой зеленой, и ты сейчас должна сидеть на попе смирно и не тявкать. У нас вот начались проблемы после того, как я начала вести свое дело. Я начала развиваться больше как личность. За 5 лет я выросла, а он это пропустил. Я перестала соглашаться со всем подряд. Я начала высказывать свое мнение. Из моей жизни исчезли все друзья, все подруги. Ограждала от всех. Последняя, с кем не получилось, это мама. У нее с ней максимальная такая связь очень сильная. Последние, не знаю, 2-3 месяца скандалы только на эту тему. Я 10 раз думала, прежде чем вообще ему что-то ответить, чтобы не понеслась вот эта вот буря. Ну, ты очень быстро отходила от ссор, а у меня просто сутки еще ужасное состояние. Я смотрю на руки, они вот так. Было страшно, потому что как псих какой-то себя начинаешь вести. Появлялись странные мысли, там, я не знаю, взять в стену кулаком. Я превращалась реально в монстра какого-то. Это называется абьюз. Мне эта история очень близка. У меня глаза были на мокром месте. Для мене ця ситуація не була б така трагічна. Я би могла дати відпір такому чоловіку. Я сильніша як особистість. Накаті, малышка. Звичайно ж, Таня, вип'єм. Таня, я вже все про тебе зрозуміла. Останній скандал був дуже страшний. Прям чуть ли не до скорої. Все, я просто забрала речі і йшла. Де ти взяла ту сміливості, щоб сказати йому: «Все, я уїжджаю»? Я просто подумала о себе, о том, що якщо ще чуть-чуть, і все, я просто з сердечним приступом злягу. Я більше не видержу цього. Ілона молодець, що знайшла в собі сили піти з токсичних стосунків. Якщо ви опинились у схожій ситуації, пам'ятайте, що фізичне і психологічне насилля неприйнятні. Ви не заслуговуєте на таке ставлення, тому не зволікайте звертатися до поліції, соціальних служб чи громадських організацій.
Многие женщины это терпят. Ну ладно, бьет, ну что, ну зато у меня есть крыша над головой. Ну ладно, изменяет, ну зато у меня есть мужик, зато есть кому починить кран. Или... И за ребенка там. Это вообще полный бред. Я знаю, что я сделала правильно, то, что ушла. Здесь даже больше ради ребенка, чтобы он не видел вот эту модель семьи, там, где орут все. Ребенку комфортнее намного видеть двух счастливых родителей, чем когда вот это вот ужас был. Сейчас опять начинается, что типа, извини, цветочки, такой. Тобто ті квіти, які ви бачили в коридорі, це від нього. Да. Она, говоря о нем, плачет. Женщина не будет плакать, когда чувств не осталось. Ты любишь его? Я думаю, да. То есть все-таки вероятность того, что ты простишь, оттаешь и можешь вернуться, все-таки... Ну, есть откаты, но я себе, я понимаю головой, что нет, главное туда не надо. Сойтись, это знаете, как вот с бедностью, что я не вернусь туда. Вот Бог, что у тебя сердце и мозг не в балансе, да? Если тебе дуже будет погано, то звони до нас, до тебе приедем. И будет все хорошо. Добро, не плачь. Я благодарна девочкам за поддержку, но у меня еще впереди большой путь. И так в один миг это все не забывается. Можливо, поради Дмитра Карпачова допоможуть Ілоні розібратися в почуттях. Вітаю. Здравствуйте. Тож ви супермама? Да. Чому? Знаете, я воспитываю ребенка по принципу дать ему абсолютную любовь, абсолютную защиту. А чи розумієте ви, як це надати захист дитині? Адже, наскільки мені відомо, ви були в стосунках, де ви не могли дати захист собі. Да. Я не знаю, що з цим робити. У вас хотіла спросити. Про що? Як зробити так, щоб ребенок не перейняв вот эту модель поведения отца? Это плохо. Я не знаю, как с этим. Зазвичай за бажанням над кимось домінувати стоїть невпевненість, стоїть страх втратити контроль. І для того, аби людина не наслідувала таку поведінку, вона має бути впевнена в тому, що їй є на кого покластися. Це таке базове відчуття безпеки. Згодом треба навчити дитину тому, щоб він уважно прислухався до почуттів інших, щоб він міг чути «ні», коли йому говорять. А для того, щоб він цьому навчився, дуже важливо, щоб його «ні» чули. Я так делаю. У меня ребенок зацелованный, залюбленный, но прежде чем это сделать, я у него спрашиваю, можно ли тебя поцеловать. И ну, он всегда с удовольствием говорит «да». Но бывает, говорит «нет, я занят, все, я его не трогаю». То есть я уважаю его мнение. Тоді ви йдете правильним шляхом. У багато з батьків тиснуть на дитину, і дитина розуміє, що мої почуття нічого не варті. А значить і почуття інших нічого не варті. Аб'юзери травмовані. Це люди, які не вміють прислухатися до відчуттів інших, тому що для них це щось невідоме. Да. А про що ви зараз плачете? Не знаю. Тяжело просто зараз. Я знаю, що у вас була така цікава історія схуднення. Да. Важко було? От зараз буде те ж саме. Вам потрібно теж схуднути, але скидати треба не зайві кілограми, а зайве у власному житті. Те, що вам заважає, те, що вас виснажує. А те, що буде певний час важко, ну, це так. Ну, мені єдиний істочник стресу, депресії, я би убрала. Ну, тоді ще там місяця 3-4 і все буде добре. А якщо затягнеться, раджу вам сходити до психотерапевта. Спасибо. Успіху вам. А як успіхи Ілони оцінять інші матусі? За материнство Ілоні я ставлю 4. Няня займається більшою частиною життя дитини, а не Ілона. Вона мало проводить часу з дитиною. Хазяйственність Ілоні я ставлю оцінку 8, тому що по чистоті
Вопросов не имею, но она не сама готовила, могла бы встретить нас немного шикарнее. Ира не пришла в гости. Как она меня будет оценивать, если она меня вообще не знает? То есть она мне поставит «нали», и я проиграю из-за того, что она не приехала. А я должна выиграть. А як насправді Іра оцінила Ілону і хто врешті-решт переможе, дізнаємося уже за мить. Захожу я на фінал в шикарному красивому платі. Красотка. Тайфун. Контроль ваги із задоволенням. Ми все прекрасно виглядим. Да. Люда вообще не изменилась. Она как была зачуханкой, так зачуханкой и осталась. Ну что, посмотрим одна оценки? Ну, давай. Конечно, давай, интересно. Это мои оценки. Илона, почему за самореализацию 8? Ты можешь больше. Больше — это работать на 5 работах. Ты распыляешься и не нашла то самое одно, где ты себя полностью вложишь и там откроешься. Люда, почему воспитание детей 6? Таня, мама такая, да, на сетках. Почему 6? Тихо, не защищай меня, подожди. Нет, ну я возмущена. В моем разумении, мама має підібрати для дитини хорошого папу. Да? У тебе тут є така прогалина, що якби дитину ти ростиш сама. При чем тут это? Просто хотелось ее так вот по голове дать. Ты что вообще несешь? Знаешь, очень странно слышать от тебя то, что у моего ребенка нет отца, если у твоих двоих детей его по факту тоже нет. Что значит по факту нет? Но я человек. Вы не видитесь по 3-6 месяцев, и я вкладываю своего сына настолько много, чего многие отцы не дадут. Люда, ну, попросту завидует. Мені не сподобалось те, що у дитини немає свого власного простору. Ну, хорошо, я тебе услышала. Лучше у нього не буде уголка, чим такой, як у неї вдома. Засраний, грязний уголок. Чому господарственность всім? Тебе не понравилось то, як я вас встретила? Мені не сподобалось твої запечені, то, що ти там запекла курку з картоплею. Люда, ти серйозно? Ти не шутиш? Мені кажется, ти до последнього сиділа і говорила, як вкусно. Ты нас встретила огурцами, какие на стол накрыла, а я пахала полночи для того, чтобы тебя, блин, жирную корову накормить. Ира, а откуда такая щедрость? Почему это все десятки? Это не щедрость, это совершенно не щедрость. Первое, ты, правда, очень хозяйственная. Ребенок тебя любит, и ты любишь безумно Дани, я это вижу. Поэтому, да, десятки. Ну, мне приятно, что вы поставили такие мне баллы, спасибо. Які ж бали конкурентки виставили Ілоні? Опа, Люда. 2? Да, 2. Рассказывай. Ты такая умничка, там все у тебя хорошо. А тут потом садится. 2. Квартиру ты сама не прибираешь. Угу. Еду ты нам заказала. Угу. За что ставить бали? Взагалі могла была поставить 0, але я цього не зробила. Я зарабатываю деньги, я не считаю нужным распылять свою женскую энергию на то, чтобы драить унитаз. У меня дома чисто, у меня забит полностью холодильник, я готовлю есть, я в шоке. Виховання дітей 4. Ну, тому що ти виховання дітей приклала на няню. В моей ситуации не хватает отца, в твоей не хватает тебя, няня. В принципе. Угу. Не, Люд, честно, ты очень не права. Критика от тебя, вот именно вот такая, там, двойки, четверки, это, знаешь, это как плевок в спину. Люда хочет выиграть. Ну, так, как при бы. Чем тут это? Это способ для нее, мне кажется, единственный выиграть здесь. Люда – гнилой человек. Она ходит, улыбается, такая вся «ха-ха-ха, ой, девочки, девочки, вы такие хорошие». А тут сели и посмотрели, что Люда – просто червяк. Таня, хозяйственность 8. Спасибо большое. Я на самом деле переживала, как меня будет оценивать Ира, которая даже не приехала ко мне домой. Так, Ира, снова все десятки. Какая ты щедрая. Я вообще звезда. По какому принципу мне десятки? Что ты нули не поставила? Это то, как я вот считаю. Я так подозреваю, что ты решила выставить всем, наверное, десятки. Я поставила всем десятки, да. Я не соревнуюсь с вами. Мне кажется, то, что ты всем поставила десятки, ты просто себя как-то оградила от ответственности. Там, я с краешку посмотрю, как все произойдет. Я вот всем, я хорошая, я поставила, все, всем пока. А чи будуть суперниці так само лояльні до Іри? О, это я, да?
хозяйственность, как бы, я плюс-минус и понимала, что так оценят, потому что это было у мамы. Даже там вы были у мамы, ты не приняла участие в том, чтобы ей помочь. Да. Ты просто села, сидела, ждала, пока мама будет нас всех обслуживать. Есть такое, я тебе скажу больше, хуже другое. Я даже маму не предупредила, что надо накрывать на стол. Вот. Я вообще красота в этом плане. Все, что ей там говорили, мне кажется, это все прошло мимо. Она вот со своей какой-то позицией, такая непоколебимая дама. Воспитание детей 6. Дане не хватило твоей любви, а Тимофей слишком разбалован. 5 я поставила. Чисто для меня неприемлемо то, что ты ребенка хватаешь за шкирки, то, что ты орешь на него. Не хватает тепла детям. Я родила старшего, мне было 19 лет. Я сама себя обеспечивала. То есть я умудрялась учиться, работать, и у меня был ребенок. Да, я была жесткой, но у Дани всегда. То есть я могла себе не покупать ничего, но у него были всегда самые лучшие игрушки, у него были всегда самые лучшие шмотки. Какая все. Ты молодец. Легко всегда человека осудить, а тяжело очень понять. Честно тебе скажу, вот в плане тебя мне даже не интересно мнение, но ты не расскажи. Хазяйновитість. Ми були не у тебе, дівчатка вже це сказали. А ми були на сьомій квартирі у тебе, ти знаєш? От ми теж були не у тебе по факту, у тебе було грязно. Зараз ми дійдемо к людям. Це зависть. Тебе много лет, ты не в самой лучшей форме, работы у тебя нет, мужик хрен знает где, квартира так себе, ну, завидуешь, завидуй. Час і Людмилі дізнатися, як її оцінили інші матусі. Так, ну, Таня, чого за хазяйновитість 3? Живешь не в своей квартире, где абсолютный бардак, где лента с мухами висит прямо над кастрюлями, где ты готовишь. За это и 3. Квартира, я не знаю, чому ви вважаєте, що вона була брудна, тому що я дійсно її 2 дні вилизувала. У тебя рукой дотрагиваешься до детского коврика, и все и прилипает. Грязный, я ходила, да. Руки мыла каждые 30 минут. Я говорю, у него такая структура, что ты хочешь. У тебя дети грязные ходят, не подстрижены. Да. Грязная одежда, заношенная. Ну, новая стрижка. Здрасте, не пристрижены, ты что? Де вони побачили, що Адік не підстрижний, якщо за день до того, як дівчата до мене прийшли, ми були в перукарні, навіть, я скажу, в барбершопі. Самореалізація 3, я думаю, що з моєї сторони не стоїть тобі об'яснювати. Ти проходиш мільйон різних курсів, які взагалі не приносять нічого толкового, крім викачки денег. Я так вважаю. Ну, може бути, ти так думаєш. А Ілона, самореалізація 3. Тебе я не вижу никакой цели. Ты не видишь то, что у тебя там, не знаю, старая мебель, что у тебя не очень одеты дети. А ты вместо этого вкладываешь в бесполезное дело курсы. Зачем? Займись питанием своим, займись своей внешностью, займись своими детьми. У тебя настолько глобальный список, чем можно заняться в первую очередь, чем распыляться на вообще ненужные вещи. Ну, я занимаюсь своими детьми, а курсы – это как хобби у меня. У Тані і Ілони позиція однакова. Ми тут рубимо бабло, і ми собі можемо все дозволити. Вони подружилися, когось треба засудити. Кого будемо судити? Звісно ж, Люду, тому що Іра, в принципі, не при ділах. Вітаю. Готові дізнатися підсумки вашої участі у проєкті? Угу. Ну, давайте. Я думала, що виграє либо Таня, либо я. У мене починає серце так тик-тик-тик, я його прям слышу. Увага на екран. Ти ж казала. За результатами оцінок, які ви виставили, лідирує Тетяна. І хоча мої 10 балів в цьому випадку ні на що не вплинуть, я все ж таки хочу їх віддати Ілоні. У мене склалося враження, що Ілона чи не єдина з вас, хто адекватно ставиться до критичних зауважень. Вона намагається виправляти свої помилки. Тож, мої 10 балів вам. Спасибо. Я считаю, что главнее было получить 10 от Карпачева Дмитрия. Я знаю, что я правильно двигаюсь. Мне просто было приятно слышать от него слова поддержки. Але за правилами нашого проекту сьогодні супермамою, на жаль, стаєте ви, Тетяна. А чого на жаль? Если бы Люда мне поставила чуть выше, ну, типа как-то более адекватно, то у меня, возможно, был бы шанс.
Женский алкоголизм – это в основном билет в один конец. Танюхе не в обиду, мне она очень нравится. Я бы хотела, чтобы Лона победила. По баллам я победила, но, видимо, в его глазах я не так достойна была звания супермама, как Илона. И мне от этого было очень грустно. Знаєте, Тетяно, я навмисно сказав про слово «на жаль» для того, аби подивитися, як ви на це відреагуєте. І я бажаю вам, перш за все, покладатися на те, як поряд з вами почувається ваша дитина. Адже найголовніше – бути супермамою не для тих, хто брав участь в цьому проєкті, а для свого сина. Абсолютно вірно. Тані нужна була побіда для її самооцінки, для її сина. Я навіть в глибині душі порадувалася за нього. Я вітаю вас із перемогою, а в подарунок ви отримаєте незабутню подорож для вас та всієї вашої родини. Дякую. Круто. Спонсор показу торгова марка phytomarket.com.ua турбується про ваше здоров'я та красу та підготував для вас подарунок. Дуже дякую. Я гордо буду носить звание супермамы, и благодаря этому проекту я обещаю, что теперь никакого алкоголя в моей жизни. Звание «Бабы Огонь» потеряно. А наступного тижня змагатимуться мами справжніх чоловіків. Мама чотирьох синів – Ольга. Я мама з остальними яйцями. Яка впевнено керує чоловічим царством. У мене все чітко, як в армії. Мама-екстрасенс Рубіна. Ми з мужем участвували в битві екстрасенсів. Яка за ромськими звичаями виховує сина як короля. Моєго сина звуть Король. Що ти будеш кушати? Давай-ка ананас із сливками. Мама-інтелігентка Юлія. Яка цілодобово дбає про здоров'я свого сина. Є сон кожні 3 часа, тому все своє час я віддаю дитині. Та мама-перекладачка Наталя, яка навпаки, половину часу не буває вдома. Я живу на дві країни. У мене є 7-літній син, який вміє собі приготувати покушати, постирати, убрати. Але чиї діти красавчик вразять серця матусь найбільше. Якщо б мені було 15, я б уже дала. Та що змусить Дмитра Карпачова? У нас буде 3 переможця. Змінити правила проєкту. Я такого ні разу не бачила, щоб надавали таке кількість балів. Рекорд.